Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 19 августа. Наполните свой дом благой энергией. В сегодняшнем видео вы все узнаете. 19 августа отмечается Яблочный Спас. Во времена Руси наши предки проводили в каждой из спасов много обрядов для улучшения благополучия и привлечения счастья. По поверью, энергетика этого дня такая сильная, что при соблюдении определенных условий и сильной веры в помощь свыше, каждый добьется намеченной цели. Одним из самых популярных ритуалов на Яблочный Спас считали ритуал очищением дома от плохой энергии, накопленной в результате раздражительности, ссоры, прихода незваных гостей и наведения порчи, а также наполнение жилища светлыми, благими, самыми добрыми энергиями. Праздник Яблочного Спаса – идеальное время, чтобы избавиться от негатива и изменить ауру своего дома. Ведь именно дом является местом восстановления и наполнения силами, от которых зависит наш успех за его пределами. Для ритуала понадобятся спелые яблоки, одна свеча и нитки. Лучше использовать яблоки своего сада. Если же у вас нет своей яблони, то можно попросить у соседей, ну или в крайнем случае покупаем. Важно, чтобы яблоки были максимально натуральными. Такие продают на рынках, в овощных лавках. Итак, дома нужно взять одно яблоко, разрезать его пополам, сердцевину вырезать, зажечь свечку и, начиная от входной двери, пройти с горячей свечой по своему дому. Обведите свечой каждое окно, каждую дверь. Позвольте ей забрать весь накопившийся негатив, неурядицы, беды. При этом, держа одну половинку яблока в другой руке, и собирайте в него стекающий со свечи воск. Когда все закончили, соедините две половинки яблока нитками и отнесите подальше от дома, оставьте у старого дерева. А вернувшись домой, разложите по углам своего дома свежие наливные яблоки с такими словами. «Благая энергия стены дома наполняет, мне удача прибавляет, к счастью мою семью сопровождает». Вот говорим один раз. Все. После этого оставляем яблоки ровно на сутки. Потом можно сделать шарлотку или любой другой пирог для семьи. Отныне в вашем доме поселится спокойствие и счастье.